Приветствую вас в магазине «Горные вершины». Сегодня поговорим о беговых лыжах. Итак, вы решили поддерживать вашу физическую форму при помощи лыжного спорта или разнообразить ваш досуг в выходные дни. Как же выбрать лыжи, которые подходят именно вам, и не потеряться во всем ассортименте лыжного магазина? Итак, прежде чем отправиться в магазин за новыми лыжами, вам нужно ответить на несколько вопросов. Какие условия для занятий лыжным спортом имеются у вас в шаговой или транспортной доступности? Имеются ли у вас хорошо подготовленные лыжные трассы или имеется только парк с натоптанной ногами лыжней? Также нужно не забыть о том, есть ли у вас ограничения по состоянию здоровья или по текущему уровню физической формы. Современные беговые лыжи можно разделить по стилю передвижения на лыжи коньковые, классические и комбинированные. Также по уровню технической или физической подготовленности лыжи можно разделить на гоночные, экспертные, спортивные и лыжи для начинающих. Чем же отличаются коньковые, классические и комбинированные лыжи? Коньковые лыжи более короткие, отличаются низким закругленным мыском, жестким весовым прогибом, высокой колодкой. Это сделано для придания лыжи курсовой устойчивости и оптимальной передачи усилия при отталкивании. Также у многих производителей имеется кант. Начинающим спортсменам, осваивающим коньковый ход, на это следует обратить внимание. Это сделает ваше отталкивание скользящим упором более уверенным. Классические лыжи более длинные, высокий заостренный носок, мягкий весовой прогиб и низкую колодку. Это сделано для того, чтобы в момент отталкивания колодка или зона держания входила в контакт с поверхностью лыжни. Комбинированные лыжи представляют собой нечто среднее между коньковыми и классическими лыжами. Такие лыжи следует выбирать любителям, которые не хотят привязываться к каким-то определенным лыжным трассам, предпочитают нерегулярное катание. Такие лыжи представлены в основном лыжами среднего и начального ценового диапазона. Беговые лыжи подбираются по индивидуальным весоростовым показателям в соответствии с рекомендациями производителя. Однако существует некоторая усредненная формула по подбору беговых лыж. Беговые лыжи выбираются по формуле рост плюс 10-15 сантиметров. Классические лыжи по формуле рост плюс 20-25 сантиметров. И комбинированные лыжи представляют собой нечто среднее. Соответственно, нужно брать какие-то средние значения. Мы поговорили об разновидностях современных беговых лыж. Помните, что правильно подобранные лыжи подарят вам удовольствие от катания на долгие годы. Спасибо за внимание. Ссылку на каталог беговых лыж магазина «Горные вершины» найдете в описании к видео.